Если вы читали книгу Чака Ди, то знаете, что он советует, чтобы еврейские магнаты из голливудских студий выплатили компенсации за то, как в фильмах изображают черных. И у меня есть ощущение, что данный аргумент весьма релевантен тому, что я думаю насчет ущерба в музыкальном бизнесе. Ты не с тем белым говоришь, дружок. Мой народ был у белых на положении негров тогда, когда твой еще гонялся за зебрами с размалеванными лицами. Банковский чек, выписанный на имя Айделлы Уиллис. Уладит дело. А то что? Слушай меня внимательно. Я долго думал. Чтобы погреть руки, ищи другого дурака. Ждите вести от Голдстейна, Баума и Воронова. Они будут представлять мисс Уиллис в суде. Судебные расходы. Что это за баклажаны? Тоже мне, бандиты. Новое поколение. Это расстраивает.